Продолжается ремонт Дворца культуры. Одно из главных учреждений городского округа ждут масштабные преобразования. Новый творческий сезон воспитанники кружков и секций встретят в обновленных стенах. На каком этапе сейчас работы проверил глава округа Владимир Волков. За более чем 60-летнюю историю в Люберецком дворце культуры ни разу не проводили такой масштабный ремонт. Работы сосредоточены только на первом этаже. От старых стен потолков и пола ничего не останется. Колоссальное преображение посетители почувствуют сразу при входе в главный очаг культуры городского округа. Мы в этом году вступили в конкурс Министерства культуры, заняли в нем второе место, поэтому нас включили в эту программу по редизайну домов культуры Московского округа. Делаем реновацию полностью первого этажа, фойе в него входят помещения общего пользования, два гардероба и один хореографический зал. Появятся мониторы интерактивные для заказов билетов, также появится на свое историческое место вернется касса, где можно будет купить билеты. Мы открываем третий вход для посетителей. Их было всего два. Третий был муляжом. Отдельная работа, не включенная в редизайн, ремонт подвального помещения. Здесь планируют обустроить костюмерные, обновить зоны общего пользования и туалетные комнаты. Шкатурим стены, плитки клеим, потолки красим, потом лишний потолок гриантовый. И в этих помещениях все. Объем какой здесь? Площадь какая? Площадь около 90 квадратов. По полу. Все вместе, да? Нет, именно в этой части. Результат проведенной работы жители округа оценят в конце лета. Уже к 15 августа строители завершат свою миссию. Затем начнется подготовка к открытию обновленного Дворца культуры. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.